Новые корпусы открыли сегодня на Белазе. Здесь карьерные самосвалы будут готовить к обкатке. В цеху новейшее итальянское оборудование. Его запуск обошелся более чем в 17,5 миллионов долларов. В трех огромных камерах механические устройства для мойки, сушки и окраски автомобилей. Машину обслуживают два специалиста, а процесс занимает один рабочий день. Новая технология позволит повысить качество продукции, а также сэкономить энергоресурсы и материалы. Естественно, это экономит ресурсы в дальнейшем на ввод машин в эксплуатацию, на их настройку, на их работу. От наших потребителей уходит такой немаловажный момент, это когда машину требуется собрать, потом провести наладочные испытания и ввести в эксплуатацию. То есть этот срок значительно сокращается, а это издержки. Характерно и важно то, что мы в этот кризис не просто выжили, не растерялись и так далее, адаптировались к этим сложнейшим условиям. Самое главное, что мы не остановили вот такие инвестиционные проекты. Инвестиционные проекты – это залог будущего, развития перспективы всех наших предприятий, всех наших отраслей, и деревообработки, притшевые языцы, да, и нефтехимия, и машиностроение. Сегодня Белазу принадлежит четверть мирового рынка карьерной техники. Уже в понедельник завод представит новые самосвалы грузоподъемностью 90-240 тонн на крупнейшей международной выставке в Лас-Вегасе.